Всем привет, мы с Илюшей сейчас находимся за городом, в каком-то селе, потому что Илюшичи сказал, что здесь должен быть какой-то карьер. Ну, я и предложил ему, давай съедем на этот карьер, поучим сальтухи. Вот мы сейчас едем. Короче, мы с Илюшичи уже пришли на карьер, вот этот вот. Сейчас будем находить подходящее место для того, чтобы уже начинать учиться сальтухи. Илюша, кстати, в это время собирает грибы. Ну что там, насобирал грибы? Дай. На суп. Ну что, я уже выбрал место на карьере, где я буду пробовать сальтухи. Вот. И что, я думаю, сейчас начнем. Бля, вообще приколюха. Пришли крутить сальтухи, а Илюшич вместо того, чтобы крутить сальтуху, собирает грибы. Восхитительно. Охуительно. Покажи хоть грибы какие, блядь. Заебись грибы, чечок. А, ну да. Я, блядь, разбираюсь, дедушку учил. Желтенькие. Вот, слышишь, а эти заебись, не? Вот такие. Ты попробуй. Посмотри, что с тобой будет через несколько часов. Там, короче, под грибами какая-то мелкая белая хуйня. Круто. Вот такие. Фу, блядь. Смотри на гриб. Блядь, далеко улетел. Я его нашел. Блядь, пиздец, он же вроде несъедобный. Потом... Ну тогда я так тоже думаю. Пиздец, он даже в руки стрёмно брать. Плюсую. А ты брал. Дебил. Ну тебя копаю, нахуй. Копаю, блядь. Да, блядь. Развлекаемся, нахуй. Я грибы собираю. Зато на карьер пришли, нормально. Пришли на карьер, уже поели земляники. Грибы пособирали. Вообще круто, развлекаемся. Раз, два, три. Сука, оно не бомбануло. Что это было? Оно зашипело. Оно зашипело, что? И такой треск пошел небольшой. А, нормально. Был бы звук попиздать. Офигеть, какой тут карьер здоровый. Тихо! Во, подает голос. Тихо! Нашли в траве птенца. Я тут думаю, что за хуйня бегает? Ты бы видел, как я пересрал, блин. Когда что-то вылазит, блин, из травы прямо передо мной. Ну. Он здесь не один. Он подает голосок. Слышишь, в траве еще один. Сейчас нас ответ. Отвечаю. Ладно, оставь его там где-нибудь под деревом и пошли. Подожди, я сейчас грибу. Давай попробуем его запустить, чтобы он полетел. Ты что, мудак, что ли? Это ж птенец. Я подкинул. Это ж птенец. У него крылья есть. Ну, крылья есть, но они ж слабые. Да рискнуть можно. Просто я... Смотри. Да. Давай кинем, посмотрим, полетит, нет? Да он не полетит, я тебе говорю. Во, видишь? Он так. Он так, чутка.
Вот он. Фу, сука, ну это вообще было капец, конечно. Я просто подхожу к Ильюшичу, он там до сих пор свои грибочки собирал, стоял. И тут, короче, прямо передо мной какая-то хрень, короче, то ли пробегает, то ли что. Ну, короче, трава зашевелилась, блин, и прямо вот перед моими ногами. Как же я пересрал в этот момент, вы просто не представляете, ребята. А это оказался всего лишь птенец. Но реально было неожиданно. А сейчас я направляюсь к водонапорной башне, которая заброшенная. Вот она. Можно... Вот, вы ее видите. И мы попробуем с Илюшечкой залезть на нее. Ну что, поехали? Пошли с Илюшичи на речку. После руфа, после грибов, после всего, чтобы расслабиться. О, какая же четкая вода. Ебать, это охуенно, Лёха. Сейчас мы попить еще, но, блядь. Фу. Вообще. Вот после вот этого вот всего, когда я, блин, залазил на эту башню, был на карьере, мне эта вода вообще по боку. Потому что мне просто здесь нравится. Вообще круто. Фух. Просто что тут течение, поэтому она такая холодная. Ты будешь ходить по ней, нет? Так я ж уже хожу. Тут рыба нахуй, да я поймаю. У меня это удочки, кстати. Рыба? Ты серьезно? Ты серьезно, есть рыба. Да ее можно поймать. Сейчас, бля, еще рыбалку устрою напоследок. Иди сюда, вот сюда зайди, или ты тут уже ходил? Я здесь ходил, но не до конца. По камням, потому что там еще в песок проваливаешься или нет, что-то. Вот все рыбки плавают. Там непонятно что. Не, будешь.